Муниципальная адресная программа реконструкции и развития района подразумевает расселение всех корпусов под номером 373. Ее планируют завершить к 2020 году. Строительство должно начаться уже следующей весной, когда будут пройдены все подготовительные этапы. На каждом из них власть обещает учитывать мнение жителей. То, что возможно, то, что положительное, то, что, так сказать, интересное, оно, безусловно, учитывается. Кто контролирует проекты, к кому обращаться с претензиями? Эти вопросы особенно интересовали собравшихся. Официальные лица заверили их в том, что все делается под строгим контролем администрации в соответствии с законодательством. А также пояснили, куда можно обращаться за информацией. В первую очередь, наверное, в администрацию, в управление строительства, потому что мы будем это дело как курировать, отслеживать, держать руку на пульсе. После прохождения публичных слушаний программа была направлена на утверждение в Совет депутатов города. Ксения Бронникова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.